я делаю. Я делаю керамические флейты окарины, занимаюсь уже более 6 лет. И на сегодняшний момент понимаю, что пришло время о них что-то рассказывать. Потому что в интернете много информации всякой разной, и статьи какие-то попадаются, но хочется передавать какой-то свой личный опыт. Появился он очень давно, в древности. Люди, которые научились работать с глиной, они начали, вот каким-то образом пришли к тому, что можно делать инструменты. Ну, видимо, каким-то опытным путем куда-то дунули, появился свист, звук, и они начали это дорабатывать. А современные ученые говорят, что им более 12 тысяч лет. Ну, я уж не жил столько, поэтому проверить этого мне не дано. Можно только чувствовать, знаете, вот есть такое ощущение внутри, когда мы слышим какие-то такие вот, так сказать, истории или даты, мы можем чувствовать, правда или неправда, поэтому кто как почувствует, так оно и есть. Где именно этот инструмент впервые появился, ну, тоже сложно сказать, потому что, если судить по археологическим раскопкам, в разных местах находят вот и Австралия, и Китай, Япония, Южная Америка, территория России и славянских народов. То есть, ну, наверное, правильно сказать, любой народ, который активно работал с глиной, занимался гончарным делом, рано или поздно приходил к созданию инструмента. Наиболее простые инструменты, которые встречаются, это, ну, не совсем уже флейты, это свистульки. В свистульке работает принцип случайности, то есть там сделал дырку, просверлил или проколол чем-то палочкой, засвистело, да и ладно, хорошо, это и есть свистулька. С окариной все сложнее и гораздо больше времени уходит. То есть вот, задают все время вопрос, задают такой любопытный, а сколько времени на один инструмент? Ну, недели две это минимум, а так, как я уже и сказал, 6 лет это минимум, вот, чтобы вот такие делать. Я не знаю, что будет, когда пройдет там 10 лет. Орнаменты я не рисую заранее, какие-то эскизы, все приходит в процессе. То есть каждая окарина, она сама рассказывает, что нужно. И философия такова, что в момент создания инструмента участвуют все 5 стихий. 5 стихий, я не ошибся и неспроста об этом сказал, потому что сама Мать-Сыра-Земля, вот, по которой мы ходим, на которой мы живем, она дает нам глину. Глина чистый, очень приятный. Я очень люблю этот материал, я вообще стараюсь, ну, точнее, даже не стараюсь, а душа подсказывает мне, что нужно работать с природными материалами. И вот глина – это чистый природный материал. Дальше идет вода. Вода – это то, что у нас течет, изменяется. Вот здесь рядом море, мы можем наблюдать, как оно живет. То такое, разные настроения постоянно. И нужно уловить вот это настроение через ту воду, которая находится в глине, пока она пластична. И уловив это состояние, его нужно закрепить. А здесь нам помогает ветер или же воздух. Воздух — это то, что задает какое-то настроение. Задает настроение и какую-то вот душу. И когда мы играем, мы же тоже дышим, это тоже дыхание. А следующая стихия, которая участвует, это стихия огня. Огонь — это то, что проверяет то, что ты сделал. Насколько хорошие, добрые мысли ты вложил. И насколько правильно ты знаешь свое дело, насколько ты соблюдаешь технологические последовательные действия. Здесь нам нужен, конечно, огонь. И огонь — это то, что увековечивает. Почему мы можем говорить, что вот такая вот культура, такая-то традиция древняя, у них так-то и так-то? Потому что находят керамику, а на керамике часто отображается, что было в их жизни. И 5-я стихия, это самое главное, наверное, без которой ничего бы не произошло, это стихия любви. Стихия любви, эфира, Бога. То есть каждый для себя ощутит и выразит это по-своему, но для меня это любовь, потому что у меня такой замкнутый круг, такой коло, как раньше славяне наши предки говорили. И здесь получается так, что я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю. И поэтому вот получается то, что есть. Окарина. И есть еще маленький секрет. У меня даже как-то в газете писали статью «От окарин пахнет донской стиль». Я туда добавляю эфирное масло чабреца. Когда играешь, дыхание согревает инструмент, особенно зимой. Дыхание согревает инструмент, и получается эффект аромазвукотерапии. То есть ты слышишь степь зимой, и поэтому, собственно говоря, они и называются у меня поэтому степная флейта. Потому что, играя на них, звучит какая-то мелодия, степь, напоминающая степь, рождающая вот эти образы, и запах такой же.
Вот такая. А если говорить о том, можно ли научиться играть на окарине, ну да. Вот давай отмотаем 6,5 лет или 7 лет. Вот сидит перед вами человек, вот я, который не может ни на чем, точнее не может, а не умеет играть ни на чем. Вот это я такой. И когда у него появляется желание, когда у него появляется интерес, потом у него пробуждается желание, и потом он начинает пробовать. Вот все начинается с попробовать. Нужно пробовать. Это первое. Ну и, конечно же, если есть инструкция, то дело пойдет чуть быстрее. Вот я когда начинал на чем-то играть, а начинал я с обычной пластиковой блокфлейты, которую купил в обычном сувенирном магазине, случайно гуляя по аллейке под Геленджиком, вот где дольмены у нас на Возрождении. Купил себе блокфлейту, и вот с этого все началось. Нужно научиться правильно дышать. Если говорить вообще о правильности дыхания нашего, то нужно вообще по жизни дышать правильно. А дыхание должно быть, ну как, есть у нас поверхностное, есть легочное, есть дыхание диафрагмы. Вот нужно нарабатывать вот эту диафрагму, чтобы объем легких был более широким. И, соответственно, мы можем управлять уже звуком за счет этого дыхания. А для того, чтобы начать играть на окарине, нужно правильно закрыть все отверстия. Потому что частая ошибка, вот чуть-чуть, где-то недозакрыто, и сразу идет фальш в ноте. Вот идет там какой-то неприятный звук и призвук. А если мы закрываем все четко и правильно, то звук идет. Вот. Закрываем. Это дело 2-3 дней. И здесь очень хорошо, наверное, сказать о том, что нужно учиться правильно держать инструмент. Мы в любую школу приходим, где учат играть на инструментах. Нам говорят о том, какая постановка должна быть. Вот, будь то фортепиано, будь гитара. Здесь тоже есть постановка. То есть два пальчика идут снизу. Пальчики, которые закрывают отверстия игровые. И наши губы. Прикосновение к вот этой части свистковой не должно быть таким захватывающим. Его нужно делать так, что буквально сухое прикосновение, чуть-чуть, чтобы только передавать воздух в свисток. И мы делаем первый выдох, а для окарины это вдох. Как он делается? Спокойно, плавно, от самого низкого давления до самого высокого. Это для того, чтобы понять, какой диапазон и как нужно правильно дышать. То есть почувствовать, где я много, а где я, наоборот, мало дую. И вот где-то посередине, когда мы почувствуем, что комфортно дуть вот именно так, воздух вдувать, это и будет ее такой средний диапазон. Можно воспользоваться тюнером, если мы знаем, заведомо знаем основную базовую ноту инструмента, то мы можем по тюнеру смотреть, какая нота получается. И дальше мы начинаем плавно открывать отверстия. Здесь звукоряд начинается от дальнего отверстия справа, то есть это у нас получается безымянный палец правой руки. И так далее последовательно. Мы открываем и отверстие оставляем открытым. То есть палец у нас не идет обратно туда. Потому что делает так. Это уже из другой оперы. И здесь получается, что она не будет строить. Будет казаться, что не строит. Но здесь важна последовательность. И так мы делаем. Для того, чтобы инструмент звучал непрерывно и с одной громкостью, и соответствовал нотам, необходимо правильно дышать. Для этого что мы делаем? Вот сейчас покажу, как бывает, что если мы дышим на одном таком, на одной высоте дыхания, и все, и на последних нотах это было просто шипение какое-то, не совсем даже похожее на игру инструмента. Из-за чего это произошло? Из-за того, что я дул с одинаковым давлением. Теперь что нам нужно делать? С каждым открытием отверстия мы слегка добавляем давление. Так же, как мы пропеваем ноты. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И на си у нас самый максимум. Поэтому также здесь. И обратно мы также идем на понижение давления воздуха. Это вот самое главное.
Все начинается с гаммы. Когда мы гамму уже научились играть, когда наши пальчики здесь не просто зажимают, а они уже танцуют, тогда мы можем двигаться дальше. Теперь по поводу положения пальцев. Часто распространенная ошибка: берут окарину и закрывают отверстие вот таким образом. Я не знаю, откуда это идет, но часто встречаю, уже не одну сотню людей переучил от этого. Пальчики должны легко шлепаться, так раз, раз. И нужно добиться так, чтобы они прям танцевали здесь. Такой приятный похлопывающий звук. Кстати говоря, можно отрабатывать вот эти движения и ощущения отверстий просто даже без звука. Потому что не всегда бывает удобное положение, там люди вокруг могут, или могут детки спать рядом, если вы мамочка или папочка, у которого маленький ребенок. Вы можете беззвучно вот так, прислоняясь сюда, и делать до... нет, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и обратно той же последовательности. Если инструмент настроен по нотам, конечно же, можно и подбирать мелодию, и придумывать, то есть быть композитором своей музыки. Что нам нужно, самое главное, это отпустить вот эти какие-то предрассудки о том, что я не музыкант, а еще я очень люблю, у меня нет слуха и у меня нет голоса. Это вот человек передо мной сидит и говорит: у меня нет голоса. Я говорю: здорово, тогда, а кто тогда говорит за тебя, если у тебя нет голоса, и ты тогда не должен говорить. Если у человека нет дефектов физических, физиологических, то он просто поддался какой-то программе, которая, возможно, в детстве когда-то закралась, кто-то ему сказал, там, да, тебе медведь на ухо наступил. Вот, и человек начинает в это верить, зачем-то начинает верить, и потом это начинает становиться природой его сути, его, как сказать, его характера. Я человек, у которого нету голоса. Каждый человек, он музыкален по своей природе, потому что все, что нас окружает, это музыка, это звуки, целебные звуки. Но если мы в городе живем, там, конечно, меньше целебных звуков. Надо чаще бывать на природе, чтобы слышать, вот как сейчас птички поют. Вот. И нужно больше верить в себя, больше доверять, слушать себя. Потому что вот я не музыкант по образованию, я графический дизайнер, но пришел к музыке, я уж не знаю, конечно, там со стороны критиков, каждый оценит по-своему, но люди ходят на концерты, людям нравится, говорят: вот что-то у вас есть в вашей музыке. Ну, я говорю: ну, спасибо, значит, где-то я делаю что-то правильно. Инструмент, который дает возможность экспериментировать в разных звуках. Здесь можно и всякие трели делать вот такие. Я не знаю, как это на языке профессиональных музыкантов, но это делается, когда мы изображаем звук только беззвучно. Это можно применить как эффект во время музицирования. Вот, что здесь еще может быть? Такой эффект, который называют, это я знаю, вибрато. Когда мы из диафрагмы посылаем такие толчки воздуха, и нота звучит не чисто, а она слегка с такими, с вибрирующими оттенками. Идет толчок из диафрагмы и получается у-у-у-у. И еще очень хорошо то, что мы играем, брать и это пропевать в начале. Может быть, это не будет соответствовать полностью тем нотам, которые мы пропели, но если мы не музыканты, нам достаточно хотя бы передавать оттенок мелодии, которую мы напели, и будет получаться музыка. Да даже не нужно ставить какую-то цель, там, вот, добиться чего. Просто делай для души и для Бога. Мне кажется, когда мы для Бога делаем, это самое правильное. Мы сами получаем столько бонусов, еще и люди говорят: ой, как здорово было. Если человек играет концерт ради денег, уходя с него, не знаю кто как, но вот я, например, чувствую, когда приходишь на концерт, там бабки рубят. Такие бабки рубят, прям там все это. Такие четкие пацаны пришли, играют музыку ради бабок. А когда человек играет, то он в каждой ноте вкладывает туда частичку души, когда он делает от души это все. Вот тогда ты выходишь и говоришь: боже, у меня сознание прям поменялось.
любви к себе начинается самораскрытие и начинается любовь к другим людям. Многие говорят: не могу встретить любовь свою, не могу вот мужа встретить, там, не могу жену встретить. Ты себя вначале полюби, полюби в себе Бога. Вот, и тогда ты сможешь отражать вот эту любовь, и это отражение любви обязательно найдет то сердце, в котором есть частичка вот этой родной души. Что для меня Карина? Наверное, Карина для меня — это способ выражения звуков своей души, вот этих вибраций и тонких каких-то материй. То есть, когда играешь на ней, ты чувствуешь, что что-то происходит. Это нельзя оценить словами, это нельзя описать какими-то. Это можно просто либо чувствовать, либо не чувствовать. Моя религия вот на сегодняшний момент — это любовь. И способ моей молитвы — это мое творчество. Вот я сажусь и создаю для людей, для Бога. Ну, по-разному. Бывает, хочется для людей что-то сделать. А бывает, я говорю, вот сажусь, говорю, это для Бога. Это делаю для Бога, а если люди захотят, то это будет для людей. Ну, я не знаю, кто что чувствует, но я чувствую вольные степи. Она открывает свободу для сознания, она открывает видение и открывает веру в том, что мечты, они обязательно сбудутся, если правильно мечтать. А как нужно правильно мечтать? Нужно мечтать и что-то делать для того, чтобы было что видеть.